клуб «Шахтер». Мы в Донецке. Это шоу «Украина чудес», и мы иллюзионисты, братья Сафроновы. Мы откроем для вас новую Украину. Украину, в которой необъяснимые магические вещи происходят прямо на улице. То, что мы делаем, называйте как хотите. Наша задача – вас удивить. Мы начинаем! Часто люди не знают достопримечательности города, в котором они живут всю жизнь. Наша задача не только удивлять, но и рассказывать об интересных местах Украины. Самый красавчик, скажи. Да. И меня сейчас тоже. И фоткай побольше, сделай кадров. Парк кованых фигур. Самое необычное место отдыха в Донецке. И одно из самых уникальных в Европе. Это при том, что парку в прошлом году исполнилось всего 10 лет. Чудесно. Подходит нам для следующего трюка. Он как-то связан с кузнецким делом? Он просто уникален, как и этот парк. У нас есть 20 литров бензина и зажигалка. Это все, что нужно таким сумасшедшим парням, как мы. По поводу экстремальных трюков я бы хотел предупредить всех наших зрителей. В первую очередь, конечно, молодое поколение. Не вздумайте повторять эти трюки дома. Это реально опасно. Хорошенько осмотри это место. Здесь нет ничего подозрительного. Проверь. Прям давай. Да ничего себе. Не, вот так. А вот так можешь? Так что, можно. Гений. Мы тебя накроем тканью, не бойся. Ничего с тобой делать не будем, не бойся. 20 литров бензина, ничего делать не будем. Стой ровно, да не бойся, ничего мы не стоит делать не будем. Встань ровно, ровно. И сейчас попробуй исчезнуть. Ну или просто куда-нибудь спрячься. Есть идеи? Нет, вообще без шансов. Отлично. Не получилось. Нет, конечно. Отправляйся на свое место, спасибо. Да я тебя поправлю, аккуратненько. Вот так, хорошо, давай. А вот именно это мы вам сейчас и покажем. Смотрите внимательно.
Все внимание на Андрея! А сейчас здесь будет столько огня, что у вас дома станет жарко. Просто я как бы видел, что вот, все, он залез туда, там, он там, подпалили, его уже сразу же нет. Я в шоке, просто в шоке. Мне очень сильно понравилось. Всегда скептически относился ко всем этим магам, иллюзионистам, но такое просто сгореть и исчезнуть никуда, это нереально. Они просто профессионалы, тому долго нужно учиться. Вот это мы называем настоящее шоу! Говорят, в Донецке к фокусникам и иллюзионистам относятся с подозрением. Почему-то считается, что местный криминальный элемент особенно нагл. Если честно, я не понимаю, какая связь между иллюзионистами и криминалом. Любой фокус может плохо кончиться. Предлагаю не верить, а проверить. Согласен. Вперед. Мы хотим заставить людей поверить в невозможное. Вас как зовут? Виктория. Виктория, а вас? Женя. Женя. Виктория и Женя. Доказать им, что мир не заканчивается только на их фантазиях. Вы способны на большее. Реализовывать их. В это нужно только поверить. Вы наверняка слышали о том, что все, что нас окружает, состоит из молекул. Так вот, ученые научились молекулы расщеплять на атомы. Но они это делают с помощью химического воздействия. Сейчас я вам докажу, что самый обыкновенный человек, такой как вы, как я, можем тоже воздействовать на предметы, но только с помощью мыслей. Вы не верите? Так. Вам это кажется странным? Да. Да. Давайте попробуем. Вы мне подходите. Виктория, мне нужен ваш телефон. Это самый обыкновенный телефон. Мы раньше с вами не встречались и ни о чем не договаривались. Держите его у себя. Жень, наверняка есть телефон Вики, да? Да. Набери ей. А вы, Виктория, сейчас подсуньте телефон вот сюда вот. В самый низ стола. Вот сюда. Да, прямо под стекло. И сейчас... Я попрошу вас сконцентрироваться. Я знаю, вам покажется это смешным, но попробуйте представить, что это не стекло, а воздух. Попробуйте расщепить это стекло.
на мелкие молекулы. На самые мелкие. Смотрите точно. На ваш телефон. Смотрите на него. Смотрите. Сконцентрируйтесь. Поверьте. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Смотрите. Вызов закончился. Ваш телефон прошел сквозь стекло. Вам это удалось? Да. Вика, для вас невозможного нет. Держите. Спасибо. Ух ты. Кажется, у нас все получилось и все закончилось хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам спасибо. Я всегда скептически относилась к таким вещам, никогда бы не поверила, но я видела своими глазами на лицо. На самом деле было очень удивительно то, что вот телефон под столом, а потом, ну, на столе. Ну, как бы не укладывается в голове, но, блин, это было реально круто. Молодцы просто. Спасибо. Ну, знаешь, по-моему, это все бред, что там летом, но прям все равно. Может, правда. В сейфе одной нотариальной конторы Нью-Йорка хранился толстый запечатанный конверт, который надлежало вскрыть 6 апреля 1974 года, в день столетия со дня рождения Гарри Гудини. В этом конверте якобы были все тайны и секреты знаменитого иллюзиониста. Но в назначенный день, когда конверт был открыт, он оказался совершенно пустым. Великий обманщик и на этот раз всех обманул. Совсем недавно компания Рената Ахметова подарила Донецку руку работы всемирно известного скульптора Лоренцо Квина. По уже сложившемуся поверью, если ее погладить, то у вас в кармане всегда будут деньги. Мы, братья Сафроновы, тоже хотим подарить городу руку одного из нас.
очень нравятся манипуляции. Потому что эти трюки с мелкими предметами можно отработать в любом месте, в любое время. Порой даже микромагия удивляет больше, чем огромные иллюзионы. У нас в съемочной группе ребята постоянно просят, чтобы я чему-то их научил. А наш инженер, он уже классно делает манипуляцию с монетами. Я им горжусь. Включай, включай. Любая команда режиссера. Простого шахтера не сахар. Подсластим пилюлю? Илья, в этом деле важно не переусердствовать. Не бойся, лишний сахар я из чая достану. Показывай. Круто замечать, когда зрителям не только нравится удивляться, а они хотят еще и научиться нашему ремеслу. Можешь школу открыть? Я хочу угостить вас чаем. Отлично. Всем досталось? Да. Отлично. Спасибо. Это обычный сахар. Я попробовал, после меня можно, не бойтесь. Я хочу, чтобы вы взяли каждое по этой ложечке и положили в чай сахар, кто сколько любит. Все размешали? Да. Мешайте как следует. Это очень важно. Да. А теперь попробуйте этот чай. Что скажете, вкусно? Да. Сладкий? Да, сладкий. Вот сейчас начинается самое интересное. Дайте мне несколько секунд. Попробуйте чай. Что скажете? Сладкий. Нет, сладкий. Сахар исчез из чая. Вы чувствуете, что он стал опять не сладким? Да. Терпение. Давайте попробуем еще раз сначала. Возьмите ложечки, положите в чай сахар, то сколько любит. Побольше. Размешали? Следует? Да. А теперь давайте сольем весь чай в эту пиалу. Вот так я вас угостил чаем. А сейчас самое интересное. Я достану сахар из этого чая. Причем достану его абсолютно сухим. Да? Это не может быть лесной. У меня в руках ничего нет. А, горячо. Он сухой.
Как? В чем секрет? Спасибо. Сахар. Обычный сахар. Я пошел вам за новым чаем. У каждого трюка есть свой секрет. Когда его раскрывают, исчезает магия. Миллионы людей ждут чуда, а не скучной истории про механизм той или иной иллюзии. По легенде, в куполе одной из гостиниц в Донецке существует очень необычный номер для молодоженов. Особенность его заключается в том, что влюбленные, устроившись в кровати, могут нажать на специальную кнопку. И особый механизм поднимет ложе и молодых людей под купол номера, как бы над всем городом. А любопытно, а смогу ли я воспарить хотя бы над полом, без всякой механики? Мы находимся в одном из торговых центров Донецка. Здесь собрались люди, которые жаждут чуда. И через несколько минут оно произойдет. Мы начинаем сеанс магии. Впервые в истории иллюзии этот номер исполнят сами зрители. Мы, братья Сафроновы, даже не будем ни к чему прикасаться. Здесь нет никакого заранее приготовленного реквизита. Это реальный торговый комплекс. А вокруг нас реальные люди. И сейчас мы пригласим сюда 6 человек. Для начала это будет двое мужчин. Итак, парни, вы идите ко мне сюда. Как вас зовут? Евгений. Евгений, вас? Алексей. Алексей, очень приятно. Парни, оглянитесь вокруг. Мы находимся в кафе. Я попрошу вас выбрать любой столик, который вам понравится. Давайте этот, тащите его сюда. Прошу. Снова займите свои места. Теперь нам понадобится 4 девушки. Вы. Прошу. Как вас зовут? Оля. Ольга. Алина. Оля, Алина. Наташа. Наташа и? Настя. Настя. Девушки, вы из Донецка. Хорошо. Девчонки, сейчас все внимание на Андрея. Я попрошу вас держать ноги Андрея. Выше. Настя, Наташа. Я попрошу вас держать плечи Андрея. Леша. С этой минуты делайте все очень медленно. Договорились? Приподнимите Андрея. Чуть-чуть. Леша, возьмись за стол. Медленно тяни его на себя. Очень осторожно. Медленно. Отодвинь его подальше, будь там. Девушки не
Не волнуйтесь. Отпускайте Андрея. Сделаем несколько шагов назад. Я могу сказать с полной уверенностью, что самое сложное в иллюзионном жанре – это исполнить полет, когда вокруг тебя стоит толпа. Такое могут позволить себе в мировой иллюзии единицы иллюзионистов. Давай подойдем поближе. Убедись в том, что здесь нет никаких приспособлений. Снизу посмотри, видишь что-нибудь? Нет? Все по-честному? Наташа, девушки, идите сюда. Алина. Снова возьмитесь за ноги Андрея, а вы держите его плечи. Аккуратненько, не спешите. Все делаем осторожно. Леша, давай стол. Приподнимите Андрея. Отпускайте. Украина чудес продолжается. И поверьте, нам есть чем вас еще удивить. Вперед! Когда я держала его руками за плечо и осмотрела на его лицо, и мне казалось, что он как будто бы впал в кому. Как будто бы вот он не живой и так удивительно просто завис в воздухе. Я очень долго читала про буддийских монахов, которые годами тренировались летать в воздухе, а здесь просто на моих глазах за одно мгновение человек остался в невесомости. Это правда невероятно. Я бы очень хотел научиться летать. Иногда мы демонстрируем фокусы наши по одному. Я не знаю, что на этот раз приготовили Сергей или Илья. Я очень люблю наблюдать за фокусом со стороны, потому что именно в этот момент я могу удивляться вместе с вами. А вы знаете, что в Донецке есть точная копия царь пушки, стоящей в Москве? Почти за два века стояния в качестве памятника московская пушка несколько раз переезжала с места на место. Чтобы передвинуть такую громадину хотя бы на метр, нужно потратить очень много времени и сил. А наш Илья перемещается с места на место за одну секунду.
Готов поспорить, сейчас вы думаете, что это нереально. Но на шоу «Украина чудес» реально все. Каждой женщине хочется верить в чудо. Вот и сегодня я действительно убедилась, что такое чудо действительно существует. Хотел бы обладать такими же способностями, как братья Сафроновы. В этом номере собраны сразу все фобии. И боязнь темноты, боязнь закрытого пространства, боязнь того, что тебя придавит и так далее. Я бы на такой номер не согласился. Это яма глубиной 4 метра. И скоро я окажусь на самом ее дне. Я буду закопан заживо. Сегодня увидите этот трюк в новом исполнении. Я не буду спрятан ни в каком специальном ящике. У меня не будет с собой никакого специального оборудования. Только я и 30 кубометров земли надо мной. Мое тело будет полностью обездвижено. Более того, у меня не будет кислорода. Сегодня я бросаю вызов человеческим возможностям. Давайте посмотрим, получится ли у меня противостоять этой огромной массе Земли. Когда я исполнил этот трюк первый раз, я очень боялся за свою жизнь. Это был по-настоящему животный страх. Еще больше я переживал за то, что если со мной что-то случится, то моя мама этого не переживет. Парни, давай! Я проделывал этот трюк много раз и каждый раз усиливал эффект и повышал опасность трюка. И сегодня я могу сказать, что я боялся, как в первый раз. Еще раз напоминаем вам, что это не фокус, а реально опасный трюк, который мы не советуем повторять вам. Сегодня над его созданием работает огромная команда профессионалов. Поднимай! Ваше внимание на то, что все будет сниматься, как всегда, одним планом, без монтажных склеек.
молодец. Мы все ждали, когда же зашевелится земля. Потому что прошло слишком много времени. И вдруг появилась его рука и снова исчезла. А потом он закричал: «Помогите!». Мы с Андреем тут же бросились к нему и реально вытягивали его из земли. Шоу «Украина чудес». Мы иллюзионисты-братья Сафроновы. Встретимся ровно через неделю. Пока!